Прошла всего лишь одна неделя с того момента, как нам добавили новый вид транспорта, это мотоциклы. Так вот, на тебе и еще 3 мотоцикла нам новых завезли. В новом мотокейсе номер 2. Также добавили еще модный кейс, я отсюда все-таки хочу себе выбить Шрека. Ну и конечно же, к сожалению, еще пока что мотосалон нам не добавили, да, чтобы можно было за игровую валюту мотоцикла нам покупать. Ну а ребят, не расстраивайтесь, я разработчикам уже передал и топлю обязательно, чтобы добавили нам мотосалон. Кто тоже его ждет, обязательно прожимайте лайк. Ну что ж, погнали, ребят, нам добавили мото Киберпанк, выглядит он очень необычно, прям какой-то робот, точно себе его хочу выбить. Дальше добавили новый Дукати и еще один Сузуки, получается 3 новых мотоцикла. Я очень надеюсь на то, что этот кейс очень и очень легкий, все тут максимально быстро я выбью. Каждый мотик протестируем, посмотрим ПТСки. И еще не будем забывать то, что в первом мотокейсе мы с вами еще не выбили Нагасаки, вот такой вот огненный тоже в неоне. Я его в следующем ролике обязательно, ребят, должен выбить, без всяких тактик. Напомню, почту, быстрое открытие, X10, сразу же погнали. Выпало 2,99, АК, деньги, аксы, короче, пока ничего такого. И я уже, блин, к сожалению, представляю, как мой список автомобилей сейчас забьется всякими АКами, Ладой Нивой, 99-ми, ну, блин, только не это. Почему вот некоторые машины нельзя тоже отправлять на почту, как и аксессуары? Погнали, короче, дальше, и на тебе еще 4 тачки. Выпал еще, кстати, какой-то новый акс корабль дракона, по балансу уже у нас ушло минус 10к, пока из мотиков ничего также не выпало. Кручу дальше, и как же я скучаю по тем временам, когда мне все быстренько падало. Ведь реально было же такое, что некоторые кейсы я открывал буквально там за 50 тысяч донатов, все красное выбивал. Вот реально, ребят, вспомните. А сейчас у меня просто какое-то невезение. Ну вот опять, блин, на начало очень ужасное, ребят, как бы такое себе. Уже я понимаю то, что выбить их будет супер как тяжело, если и вообще получится. Вот как назло, ну вот как назло, пожалуйста, посмотрите, сколько тачек, ребят, 7 тачек просто за 1/10. Только сейчас заметил, что тут еще, кстати, из красного есть Брабус Ешка 6.3. И вот хоть бы она нам не падала, потому что она нам вообще не нужна. Нам нужны только мотоциклы. Не, подождите, это реально какая-то предвзятость. Сейчас объясню. У меня как минимум 2 знакомых выбили достаточно быстро эти мотоциклы. Не все, правда, но по одному. Один около там 10 тысяч доната, а другой вообще раза 3 крутанул, и ему мотик выпал. А мое везение не то, что куда-то погулять вышло, а, наверное, вообще в другую страну переехала. Потому что это, ребят, просто 150к доната, ни одного мотика. Да уж, так всегда. Хочешь лучше, а получается еще хуже, чем и было. Ребят, также ни одного мотоцикла мне еще не выпало. Я уже со счета сбился, сколько же я их открыл, блин. Это реально какое-то уже издевательство. Я не знаю, может быть, это все потому, что как-то X10 на это влияет, то, что я 10 кейсов сразу открываю. Может, это как-то там багается и меньший шанс. Ну, хотя тоже какой-то бред, блин. Ну, давайте попробую, например, по 5 открывать. Не знаю. Вроде все то же самое. Это уже моя паранойя, мне кажется, это вообще никак не влияет. Либо же, знаете еще, что мне сейчас в голову пришло, так это то, что, прикиньте, каждую 1000, например, кейсов, точно с шансом 100% должен падать какой-то красный мотоцикл, да? И сейчас, в данное время, со мной тоже кто-то там крутит кейсы. Я, то есть, например, открываю там 990, и кто-то там, или 999, и кто-то просто один раз прокручивает кейсы, и ему падает мотоцикл. Типа, такое тоже имеет место быть, это реально возможно такое. И именно поэтому я вообще ничего сейчас не получаю. Вообще ничего топового. Это, кстати, можно проверить. Просто зайти ночью и покрутить кейсы, да и посмотреть, как будет что падать. Даже, наверное, какую-нибудь глубокой ночью, когда точно все спят и точно никому до кейсов нет дела. Потому что по-другому это все объяснить просто невозможно. Ну как так-то? Почти уже 500 000 доната ушло, и мне ничего красного не выпало. То есть, реально, я вообще не удивлюсь, если моя тактика, схема это сработает. То, что надо реально открывать ночью. И кому-то сейчас челик задонатил на 2-3 кейса, крутанул ему там и Киберпанк, и Сузуки, и таля-ля-то-поля, блин, какой Гранд Мобайл классный. И Майк чисто такой миллион сид сливает и ничего с этого не получает. Как же, я уже не смешно, между прочим. Дайте хотя бы один мотоцикл, ну как это так, а? Да ладно, за 550 тысяч доната единственное красное выпало, и то тачка, а не мотоцикл. Е63С. Да уж, ну теперь-то мы хоть знаем то, что здесь красное тоже выпадает. И не раз, блин, выпадает. Еще один Брабус, да ё-моё. А можно было бы таким же образом, только мотоциклы, блин, а не эту ешку Мерседес. Не, ребят, это уже ни в какие ворота. Такого я точно никогда в жизни на Гранд Мобайле еще не видел и не испытывал. По донату у нас остается 391 тысяча, и пойду-ка я передохну и зайду чуть-чуть попозже. Ну что, ребят, прошло где-то часов 7-8, и я надеюсь, то, что хотя бы сейчас нам повезет. Небольшую, так сказать, передышку мы с вами сделали, X10, дальше погнали. Пока ничего, 50 кейсов впустую, и на 60-м снова падает
падает, блин, Брабус, уже третий или четвертый, я уже сбился со счету. Где же эти сраные эмотики? Уже ни в какие ворота это как бы. Еще один Брабус, пятый что ли? У меня уже есть какие-то подозрения, то что это Брабусы и есть как бы эти мотоциклы. А как... Стоп! Все, Брабусы никакие не мотоциклы, только что нам выпал мотоцикл из Киберпанка. Фу, как же я его ждал, это просто было максимально сейчас неожиданно. Только-только вот буквально сел записывать, открывать, и вот тебе, пожалуйста, уже два Брабуса и еще из Киберпанка мотоцикл. Как же хорошо то, что я сделал перерыв, остановился, блин, после такого слива огромного, заново сейчас прокрутил, и все отлично. Теперь, надеюсь, такими же успехами нам выпадет Дукати и Сузуки. Погнали дальше, ребят. Да ладно, да как это работает? Только что еще и Дукати, блин, выпал спустя два раза открытие. Два раза крутанул, и вот тебе Дукати. Вот это я понимаю. А нельзя было изначально так, чтобы мне все выпало, блин? А не так, что я потратил почти 700 тысяч доната. Честно, ребят, мне никто ничего не подкручивал. Я никому ничего не писал. Да и такой подкрутки понятия, мне кажется, и не существует. Все, ребят, осталось выбить всего лишь один мотик Сузуки. И еще раз повторюсь, моим эмоциям нет предела. Сами видели, что нам вообще ничего не падало. И тут тебе нам сразу и Ешка. И еще одна сейчас вот Ешка. И мотик с Киберпанка. И еще и мотик Дукати. Пожалуйста, давайте Сузуки. И погнали уже, блин, делать этот чертов обзор. Еще один Брабус. Запомните это время. Сейчас по московскому времени 21:36. Если что, попробуйте тоже в это время открывать. Я уже не знаю, на что и как думать, ребят. Ну, какое-то мега реально везение. Это тот же кейс невезучий, где я слил очень много денег. Но тут сейчас все падает быстренько. Не, стоп. Это реально какое-то издевательство. Что это нахрен такое? Буквально еще пару открытий и снова мотик с Киберпанка вам падает. Как это вообще, блин, работает-то? Все, давайте Сузуки, пожалуйста. И погнали мы. Сузуки, Сузуки. Не, ребят, вот это я понимаю. Еще один Дукати нам падает. Уже 4 мотика и, наверное, штук 10 Брабусов за все время нам выпало. Я реально перед этим сейчас открытием думал, блин, ну сейчас потрачу весь донат, хоть бы выпал, блин, хотя бы уже один мотоцикл, да, уже на это надеялся. Но нет, просто на тебе. Ну, кстати, Сузуки что-то нам пока не падает. Но это слишком было бы, думаю, кошерно, да? Я уже с этим кейсом настолько запутался, то, что, может быть, нам вообще этот Сузуки уже как бы и падал. Еще один Брабус, красная тачка сюда, и следом сразу Сузуки, АМ, Карбон, Фибер, Хаябаса, Бабаса, и, блин, вот это я понимаю, почему сразу нельзя было это все, чтобы нам выпало. Фух, все, фух, надо успокоиться, Илмайк доволен, все, уходим отсюда, забываем этот мотокейс, как страшный сон, все, закрываем, и погнали срочно все тестировать. Столько этих Брабусов попадало, теперь не знаю, куда их вон девать. Ну и что ж, первое, которое я очень хочу посмотреть, это мото с Киберпанка, мото Киберпанк. Видок у него очень симпатичный, необычный, как из будущего, так оно как бы и есть, да, это Киберпанк. Правда, колеса тут какие-то сплюснутые, не знаю, выглядит как-то ненадежно, но да ладно. Неоновая вот эта подсветка фиолетовая, она у него работает, все отлично, выглядит реально очень шикарно. Ребят, кому тоже нравится, обязательно ставьте лайкосик. Ого, он на дыбы еще встает, вы видали? Это что такое? Смотри, как он делает. Очень резвый мотик по сравнению с теми, на которых мы уже с вами ездили. Управление у них, конечно же, у всех плюс-минус одинаковое, она у них отличная, отличнейшая просто, потому что это как бы мотоциклы. Единственное, мне вроде у Ежа и у Харли Дэвидсона не понравилось, ну, потому что это не спортивные мотики, а как бы такое уже, да? Разгоняю его по прямой, 200 он набирает очень-очень быстро, давай, неужели 300 возьмет? 260 есть, дальше что-то ему тяжело дается, максималочка набирает еле-еле, ну-ка, ну, чё? И максималка здесь 280 км в час. Для мотика это очень-очень отлично, при условии то, что от нуля где-то до 200 он набирает просто мгновенно, можете сами убедиться. После 240 все, ребят, он задыхается, смотрите, еле-еле. Давай. И то это еще было чудо, то, что мы его 280 как бы разогнали, сами понимаете. В новом мотокейсе 2 он у нас на самом первом месте, это что означает, то, что он самый, типа, крутой считается из кейса. Смотрим ПТС-ку и год, цена у него целых 18 миллионов, что довольно, ребята, очень даже неплохо. Дальше у нас мотик Дукати. Вот такой у него видок, ничего как бы необычного, максимально спортивный, мощный мотоцикл. По разгону и управлению он ничем не хуже, чем предыдущий мотик с Киберпанка. Примерно такая же у него история по скорости и разгону. Единственное, давайте замерим сейчас максималку. До 200 уже так себе, а уже ровно после 200 все, он задыхается, ребят. Еле-еле начинает ехать. И максимальная скорость у него ровно 228. Кстати, не знаю, кто-то обращал внимание, но
очень хорошие тормоза у мотиков, лучше, чем у тачек. А по ПТС-ке у Ducati госцена целых 15 миллионов. Это получается на 3 ляма чуть меньше, чем у Киберпанка. Ну и последний, третий мотик Suzuki. Он у нас уже пониже, чем предыдущий мотик Ducati. Пошире, по раздутие, двойная вот такая выхлопная у нее здоровая. И он, по идее, среди других должен быть самым медленным и самым дешевым. Давайте проверим, всякое бывает. Вот уже по ощущениям он лучше разгоняется и едет, чем Ducati. Ducati прям какой-то задушенный. Если еще поднаучиться, подналовчиться, можно крутые трюки исполнять на мотоциклах. Как минимум кататься на козле. А ну-ка, разгоняем по прямой, подрывает очень хорошо. 200 набрал, не затух, едет дальше, помощнее, 230, 245, а ну. И максималка у него ровно 258 км в час. Смотрим быстренько ПТС-ку, и госцена 13 миллионов. Но прикол, блин, он лучше, чем Ducati, который стоит на 2 ляма больше, да, 15 миллионов. Короче, все, мой топ, самый лучший из этого кейса мотик, это Киберпанк, потому что он и стоит 18, и едет почти 300, набирает хорошо, в общем, прям топчик. Потом 100% безоговорочно идет Suzuki, который стоит 13 лямов по ПТС-ке. Он реально будет получше, чем Ducati. Ну и третий идет Ducati, который за 15. Так как у нас остались еще грандкоины, я обещал то, что мы с вами откроем модный кейс. Я хочу здесь выбить себе скин Шрека. Он у нас красный, типа, наверное, сложно выбить, но надеюсь, это не так. А ну-ка, давай крутим. Аксы, аксы, денежки. Хорошо, что здесь нету машин, блин, как же они надоели. Опа, первый красный скин, это чужой вот такой вот черненький, да, он красный у нас. Дайте мне сюда Шрека, блин, прикиньте, я хочу Шрека, а выпадет Фиона. Ну о чем я, блин, и говорил, спасибо, блин, здравствуйте, Фиона. Кстати, самый первый по списку скин в кейсе. Дайте мне теперь Шрека, два красных скина, кстати, нам уже выпало. И это уже не смешно, где этот сраный Шрек? Походу, реально буду в Фионе бегать. Вся моя удача, походу, ушла на мотокейс второй. Еще один чужой нам выпал, но Шрека нету. По приказу генерала Гавса, дайте мне сюда Шрека. Еще один чужой нам выпал, уже третий или четвертый подряд. Кто знал, блин. Теперь проще выбивать, блин, мотоциклы, чем какие-то скины в кейсе. Еще один чужой, да сколько вас там, блин. Опа-опа-опа, еще какой-то новенький скин красный выпал. Это из Звездных Воинов этот, блин, как его, забыл, как зовут. Баланс у нас близится к нулю, и походу Шрека нам, да, не видать. Ну давай, фартани, вот прям напоследок, да кинь ты этого Шрека. Все, пожалуйста, один прокрут остался. Нет, еще на 5 хватает нам. Ну давай, 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 еще два. Эх ты ж. Короче, все, ребят, по донату у нас 0, Шрека нету, зато есть Фиона.